оголила за окном вербы веточки, потянулись за моря гуси уточки. Говорит мне моя дочь, шестилеточка, папа говорит, можно мне тебя на минуточку? Папа, что же, папа все может вытерпеть. Папа, как Хемингуэй в грубом свитере, если надо, говорит, носик вытереть. Сейчас, говорит, я маму позову. Мама вытерет. Но на папину беду, так сказала дочь папаша, папа в нашем детсаду. Есть такой горелик Саша, он, как я, не ест омлет. Он ужасно синеглазый и за все свои 6 лет не убесился ни разу. Разговор неотвратим. Говори мне, дочка, прямо, что хотите вы, хотим. Вместе жить, как ты и мама, вместе, папа, под дождем, вместе в град, в жару и в холод. А с детьми мы под дождем до конца начальной школы. Чую, весь я аж горю, чую, рушатся устои. Слушай, дочка, говорю, это дело непростое, как мне маме объяснить. А жилплощадь, а финансы надо чуть повременить. Ну хотя бы лет 12. Что ты, папа, был ответ? Это даже слушать странно, ведь через 12 лет я совсем старухой стану. Не могу я ждать ни дня, вам совсем меня не жалко. Ведь Саш плюнет на меня и уйдет с козловой алкой. Чую, близится гроза, дочь глазами так и жалит. А потом на те глаза бабьи слез набежали, бабьи слез, а потом ай да дочка, ну умор. Начался такой Содом, я б сказал, Содом с Гоморой. Что ты, папа, ох да ах, времена переменились. Нынче папа в детсадах, все давно переженились. Только я одна иду, все направо, а я налево. Да меня уже в саду называют старой девой. Перешла на ультразвук моя деточка. Я на все уж был готов. Но вот дудочки, говорит мне мой сынок, семилеточка. Папа говорит, можно мне тебя на минуточку?